Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту RuPoint. Я вчера зашла, записала видео, все подробно показала, рассказала. Ну, а это же видео непосредственно по выводу денежных средств. Я проверила проект на вывод, все шикарно, проект платит. Значит, здесь партнеры, здесь отображаются все операции. Сейчас покажу. Уже улетел мой вывод, сейчас найдем. Так вот, 23.12.23 года вывод средств. Мой кошелек 58 рублей. Я выводила. Все шикарно. Переходим на Pair. 23 декабря. Перевод выполнен. Ну, с учетом комиссии 49.30. Моментальный вывод от RuPoint. Все замечательно. И как видим, у меня уже на балансе 17 рублей. Вот мой баланс. Вот это баланс вывода. А это сколько всего. Также не забываем шансы. Вот у меня нет шансов. У меня были, так как от пополнения, как бы, да, то, что я пополнилась, там дают шанс. Я кликала, ну, как беспроигрышная лотерея. Но у меня вышло сколько? 6 рублей по рублю. Больше и не дали. Вот, ну вот как-то так. Ну что, я продолжаю работать и зарабатывать. Думаю, с 15 рублей можно начать. Вот, вы не забываем, что при регистрации вы прописываете логин, прописываете пароль и прописываете финансовый пароль. При регистрации обязательно записать, иначе будет денежку не вывести, запомнить, чтобы потом не было проблем. Также здесь уже вот отзывы видим. Вот. Вот 12.75 выводили, да? Это у нас что, 23 число, сегодняшнее. Также сегодня выводили, все работает. Я тоже отправила отзыв. Но пока мой отзыв находится на модерации, на проверке. Ну, как-то так. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.